Чебоксары вдохновляют. Частушки звучали в День города на главной праздничной сцене. Их сочинили жители Чувашии для конкурса, который провели наши коллеги с Таванрадио. Всего прислали более 100 частушек собственного сочинения. Ксюша и Маша поют возле памятника Чапаеву. Почти на этом же месте танцуют другие участницы. Для съемок конкурсанты выбирали знаковые места города. Видеозаписи в течение 3 месяцев присылали в редакцию Таванрадио. К конкурсу подключились профессионалы и любители, певцы и блогеры. Мадрид рада булная, Париж рада булная, Шубашкардан или Мриде, Паршердеде гурманы. Шубашкардан или Мриде, Паршердеде гурманы, Паршердеде гурманы. Всегда ищем контент, 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 это частушки, почему не контент? Контент. Сплочение народа чувашского языка, потому что у меня основная цель – это чувашский язык, чтобы люди разговаривали, не стеснялись на чувашском языке, в своем родном языке, в городе, в деревне. Вот, мы, это основная цель у меня, понятно, что еще здоровый образ жизни, тоже это все продвигаем. И поэтому такие конкурсы нам стоит проводить чаще. Огромное благодарность Таванрадио, что они сделали так, концерт, все круто. Итоги подвели прямо в День города. Жюри оценивало все – костюмы исполнителей, оригинальность жанра, наличие юмора в тексте. Победил колоритный коллектив во главе с Людмилой Квасниковой. Они пели в разных знаковых местах. В музее, на одном из заводов, содержание тоже было тематическим. Чебоксары – это центр трактора.